Добрый день, дорогие телезрители! Рада приветствовать вас на телеканале Fashion TV. В эфире программа «Архитектурный надзор» с Татьяной Горшковой. Я работаю в этой сфере уже 15 лет. У меня собственное архитектурное бюро, а также я являюсь директором Ассоциации дизайнеров России. В этой программе о дизайне и архитектуре мы вам расскажем и покажем всю невидимую часть стройки, а также раскроем тайны дизайнерских находок от ведущих дизайнеров России. Мы узнаем с вами, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит. В общем, вас ждет увлекательное путешествие в мир дизайна и архитектуры. Не переключайтесь! Сегодня мы в гостях в компании «Декомастер». Это крупнейший производитель интерьерного декора из материала новейшего поколения, а также крупнейший поставщик лепного декора из полиуретана. И передо мной директор и основатель этой компании Наталья Антонова. Добрый день, меня зовут Наталья Антонова, я собственник компании «Декомастер». Наша компания – российский производитель белой и цветной интерьерной лепнины. Мы существуем с 1995 года, и за этот период мы достигли действительно высокого уровня экспертности в интерьерной сфере. Мы делаем самые сложные, самые уникальные проекты. Абсолютно любые интерьеры нам подвластны. Мы делаем проекты под ключ от пола до потолка, самых разных стилей, самых разных функциональных направленностей. Офисы, жилые помещения, какие-то общественные помещения. Мы действительно российский производитель белой и цветной лепнины, но кроме этого мы также эксперт в области комплексных интерьерных решений. Настенные покрытия называют одеждой для вашего дома, то наша продукция – это как драгоценные украшения, как ожерелья, тиары, которые завершат образ вашего дома и дадут ему индивидуальность, роскошь и стиль. Расскажите, пожалуйста, а с чего все начиналось? Все начиналось в далеком 1995 году, когда еще не было качественных российских производителей интерьерного декора, и все возилось из Европы. Наша компания также была крупным импортером отделочных материалов из Европы. Мы также возили тогда лепнину, ну и клеевую плитку из Германии, Бельгии. А потом рынок стал развиваться, и появились производители замечательные в других странах. Мы начали работать с ними. Открыли один раз свое производство, потом поняли, что этот продукт уже не интересен, перешли на импортные корейские, например, молдинги цветные. А сейчас опять открыли свое производство. Мы считаем, что та продукция, которую мы делаем, она вообще лучшая в мире. Ни у кого нет больше такого оборудования, такого качества и такого подхода вот с душой к созданию вот этих всех декоров. Это высокохудожественная продукция на уровне действительно высокого искусства. Я подтверждаю слова Натальи, потому что у меня в проекте тоже продукция этой компании. И ребята очень делают красивые декоры. Они подходят индивидуально к каждому помещению и предлагают свои решения. Наташ, а расскажите, в чем преимущество вот этих изделий, например, перед гипсом? Мы не используем невосполнимые ресурсы, мы используем материалы нового поколения, которые позволяют воспроизводить лучшие образцы зодчих в новом исполнении. И очень много плюсов от этого. Это очень легко в монтаже, это прекрасно держит геометрию, это все влагостойко, ударопрочное, не впитывает запахи. Можно самому это смонтировать, не требуя никаких монтажных бригад. Это очень быстро получается. Это действительно так, я подтверждаю, потому что материал действительно прост в монтаже, а также он может быть любой формы, какой хочется заказчику. В нашей коллекции насчитывает более 5000 наименований потолочных карнизов, настенных молдингов, потолочных плинтусов. А также каминов. Каминов, да, арок, самых разных декоров, полочек у нас есть. Вот уникальное все. Пилястры, колонны, самые разные эксклюзивные декоры. И все это у нас есть в наличии на складе, который у нас более 6000 квадратных метров, в шестиярусном адресным хранением. То есть я как заказчик, например, могу не ждать месяцами, когда сделается гипс или когда придут какие-то изделия. У вас все есть на складе, я могу позвонить, заказать, и вы сразу же привезете и даже можете смонтировать. Правильно? Правильно. У нас самый большой склад в Европе декоров.
И не только большой ассортимент, но и хорошее наличие. То есть даже на большой проект мы можем сразу предоставить продукцию. А собственное производство вообще позволяет оперативно поставлять любой самый большой объем для любого крупного проекта. А расскажите поподробнее о своем продукте. У нас есть как классическая, так и современная белая лепнина под покраску, более 40 цветных коллекций под камень, под драгоценные породы деревьев, под венецианскую штукатурку, лак и современные текстуры. Также у нас есть замечательная коллекция ударопрочного влагостойкого полимера. Есть своя коллекция рамного багета, багетная мастерская. Скажи, пожалуйста, есть предвзятое мнение о том, что когда это не гипс, видны стыки. Что можешь прокомментировать? Наша продукция намного проще в монтаже, чем гипсовые вот эти литые молдинги. Во-первых, стыков в принципе меньше. У них там метровый размер молдинга метр, у нас 2,4 метра, стыков меньше. Во-вторых, у нас есть специальный стыковочный клей, который сваривает монолитно эти изделия. Они потом слегка шпатлюются, шкурятся, и получается абсолютно ровный шов, который потом никогда не расходится. Ну и, конечно, надо сказать, что продукция ваша из полиуретана, например, она значительно дешевле, чем гипс. Я бы сказала выгоднее, потому что затраты, они ведь не только вот стоимости материалов. Есть гипс очень дешевый и некачественный, который даже дешевле нашей лепнины. Вот. Он трескается, он рассыхается, он от влаги разбухает. Вот. Но это все про гипс. А мы все-таки предлагаем высококачественный продукт нового поколения. Если гипс очень долго монтировать, то наша продукция буквально за сутки вы можете полностью смонтировать, она высохнет и будет готова к окрашиванию. Я сама дизайнер, и когда я пришла на свой объект и увидела на следующий же день красивые розетки и карнизы, уже смонтированные, это, конечно, впечатляет. Что важно для дизайнера? Для дизайнеров, конечно же, важны коммуникации, важно с ними дружить, знать их боли и потребности. Мы стремимся к тому, чтобы именно у нас, дизайнеры и архитекторы, могли найти все необходимое для декорирования своего интерьера. Создавали проекты с использованием наших материалов, как в классическом стиле, так и в современном. Мы работаем с дизайнерами на самом высоком уровне, так, чтобы их конечный клиент был доволен, а это главное. И для нас. Мы гарантируем не только качественный товар, но и высокий сервис. От разработки и дизайн-проекта, быстрой поставки и реализации, монтажа и окрашивания. То есть мы – компания полного цикла, от производства продукта до его монтажа. Для дизайнеров мы интересны еще тем, что мы помогаем им с обучением, проводим мастер-классы, семинары. А лучшие работы мы публикуем на внутренних и внешних информационных ресурсах. Мы участники многих ТВ-программ. Три наших коллекции были специально разработаны для обойного бренда Роберто Кавалли. Мы декорировали известные салоны Mercury Mode и многих других известных брендов. Мы сотрудничаем и дружим со многими российскими дизайнерами. Так, например, салон, в котором мы с вами находимся, был спроектирован и реализован известным дизайнером-декоратором Кириллом Лопатинским. Я знаю, что вы дизайнер в компании Декомастер. Расскажите, пожалуйста, что это за красота здесь у вас? Для очередного своего проекта я планирую использовать сборный декор, розетку из лепного декора. Эта розетка будет нестандартных размеров, поэтому я хочу показать своим заказчикам, как это будет выглядеть. Мы можем набрать любой любой рисунок и сделать хоть на весь потолок. Да, фактически вот мы сами можем поменять некоторые элементы и составить уникальный рисунок. Скажите, пожалуйста, а вот эти элементы декора, они всегда одинаковые или можно на любой вкус сделать все, что угодно? В компании «Декомастер» есть большая библиотека с разными элементами декора, лепнины из полиуретана и дюрапрофиля, и мы сами, как дизайнеры, можем составить любой рисунок. «Декомастер» предлагает лепные коллекции на любой вкус и цвет. Мы создаем трендовые коллекции в разных стилях – арт-деко, неоклассика, минимализм, коллекции под подсветку. Для любых групп покупателей мы можем предложить что-то свое, уникальное. Создавая эти коллекции, мы опирались на исключительную функциональность, экологичность,
и на свою определенную философию будущего устойчивого развития. Сейчас сложилась сложная ситуация во всем мире с лесом, а мы создали свою уникальную эко-коллекцию из другого материала с фактурой и цветом, повторяющие природные натуральные оттенки ценных пород дерева. С нашей продукцией ваш интерьер будет неповторимый, уникальный и современный. Мы следим за трендами. Наши розничные салоны и отдел по работе с дизайнерами – своего рода лаборатория по выявлению потребностей наших клиентов. Расскажи, пожалуйста, вот, например, если я хочу в ванной комнате сделать карниз, он не рассохнется или там от влажности не пострадает? Конечно, нет. Мы делали эксперименты. Пластик, в принципе, не впитывает влагу, но мы специально проводили эксперимент. Мы наши плинтусы на неделю замачивали в воде, и они оставались абсолютно такими же по форме, размеру, по цвету. То есть этот материал, он абсолютно вечен, и никакая влага ему не страшна. У нас есть уникальное совершенно свойство цветных коллекций. Обычно, когда матируют лепнину, очень часто приглашают того, кто расписывает ее, там, золотые орнаменты расписывает, или под мрамор, или еще под какие-нибудь другие материалы. Кто-то хочет состаренный, там, какой-то мореный дуб получить по эффекту, или какую-то медь старинную. У нас все вот эти текстуры есть готовые, высокохудожественные. Если в обычном случае художник месяцами живет в этом коттедже и расписывает эту квартиру, а хозяева его ждут, то в нашем случае хозяева просто выбирают вот этот материал, и наша бригада его монтирует в обычную квартиру за 1-2 дня. Коттедж, вот полноценный хороший коттедж, мы можем там за 10, за 14 дней полностью смонтировать, и это будет чисто, быстро, поверх финишных покрытий уже, то есть это уже не стройка, это уже в самом конце, вы действительно просто надеваете ожерелье, колье, вот это украшение, и получаете потрясающий эффект. У нас самый широкий ассортимент уникальных высокохудожественных лепных декоров в России. Мы работаем со всеми регионами России и за рубежом. Будем рады видеть вас в наших розничных салонах, на нашем сайте и в соцсетях dekomaster.su. Спасибо большое за интереснейшую беседу. Ты нам раскрыл столько секретов, о которых даже не знала я. Нам тоже было очень приятно видеть вас и вашу съемочную группу у нас в компании. Будем ждать вас, Декомастер, еще. Ну, а мы были в гостях в компании Декомастер, крупнейшего производителя лепного декора. А сейчас мы переходим в компанию iDoors, где мы узнаем о новых технологиях входных дверей. Итак, дорогие телезрители Fashion TV, сегодня мы находимся в салоне премиальных инновационных дверей iDoors, и передо мной генеральный директор и совладелица бизнеса Алена Маркина. Действительно, наш продукт не просто так назвался фразой «инновационные двери». Мы входим в холдинг Ferroni. Этот холдинг уже является 16-й год крупнейшим холдингом в России. В целом наш бренд iDoors создавался теми людьми, которые уже 16 лет и стояли у истоков, так сказать, создания дверного дела в России. Действительно, компания Ferroni – это компания номер один. 5000 дверей в день – это не просто цифра, это объемы, которые позволяли и позволили стать компанией номер один по объему производства и отгрузки в Европе и третье место занять в мире. Бренд iDoors создался чуть меньше 2 лет назад. Изначально он создавался и был целенаправленно создан с такими рода опциями, которых не найти у любых других производителей входных дверей в России. Это и скрытые поворотные петли, которые доступны в России только нам. Это и огромный комплекс биометрических систем доступа, начиная от самых простых по входу отпечатка пальца и всем нам привычными формата функций iPhone Face ID, до смарт-дверей, которые открываются по голосу, общаются с вами в течение любого времени и где бы вы ни находились в квартире, и дают возможности удаленного доступа и контроля за всем вашим жилищем, где бы вы ни находились, даже если вы находитесь на другом условном полушарии. Алена, скажите, пожалуйста, а вот ваши двери самые лучшие в мире или есть конкуренты?
Знаете, всегда я считаю, что есть к чему стремиться, скажем так, что улучшать в целом в бизнесе, да, потому что если мы сейчас, в данный момент, никто не делает такого рода опции, да, то есть входных дверей в целом, материалов, каких-то функций биометрических систем доступа, как в России, то в мире, соответственно, есть ряд, скажем так, брендов, есть ряд стран, которые действительно являются, так сказать, компаниями, к которым нужно стремиться. Но всегда есть куда бежать, потому что что будет через год, мы уже прекрасно понимаем, что дверь уже будет, скажем так, максимально лаконичная, уйдут в целом любые выступающие элементы на двери, то, что сейчас у нас выступающие ручки, выступающие, иногда бывают петли, выступающие элементы замочных скважин, то все это будет скрыто, будет все в едином полотне, и полотно будет полностью лаконичным. То есть это то, что будет там через энное количество времени, и при любых обстоятельствах нужно иметь возможность предоставлять людям уже сейчас то, что будет актуально через какое-то время. То есть, скажем так, не идти даже в ногу со временем, а опережать время. Поэтому бренд так в целом и называется, и позиционируется как инновационный продукт. Очень круто звучит. А какие материалы вы используете, когда вы создаете ту или иную дверь? Знаете, в целом, конечно же, иногда к нам приходит в целом уже со своим запросом. Человек хочет либо, например, натуральный шпон, либо он хочет корабельную фанеру. То есть это такой материал, которому не страшны никакие перемены погоды, ни дождь, ни град, ни грязь. Этот материал в себя ничего не впитывает, и он, ну, действительно на века. Бывают люди, которые приходят и говорят: я хочу дверь из эмали, я хочу дверь из, соответственно, каменного шпона, чтобы она выглядела вот как монументальный объект. И человек зачастую, ну, 80% клиентов у нас таких, которые получают продукт уникальный, которого не будет ни у кого, поскольку его создали ровно под жилище клиента. Мы находимся у одной из наших самых лучших дверей. Модель называется «Статус». Благодаря поворотным петлям и, соответственно, плоскому порогу, ее фишкой является то, что мы можем порог упаковывать под плитку, допустим, под именно напольное покрытие. И у вас с террасы может в прихожую зону приходить именно та плитка, которая вам нравится. Просто герметизироваться выпадающими порогами. Наполнением у данной двери является минеральная плита размером, ну, толщиной 8,5 см, которая является почти одним из лучших шумоизоляционных элементов, ну, как бы в дверном бизнесе. Помимо этого, здесь по безопасности данный замок является как бы одним из передовых в электронной системе, но он также является настолько же безопасным, как и хорошие обычные механические замки. Алена, а расскажи, пожалуйста, про биометрические системы доступа, потому что пока что это новинка для нас, для многих, и многие с недоверием к этому относятся. Да, на самом деле мы достаточно активно встречаем различного рода комментарии. Иногда люди приходят и понимают, да, что в целом замок, который открывает нам дверь по отпечатку пальца, ничем не отличается от того же самого айфона по отпечатку пальца, которым мы пользовались еще несколько лет назад, да, в старых версиях. И система Face ID, которая позволяет открыть дверь, точно так же абсолютно идентичная система, которая в современные смартфоны Apple входит, ну, естественно, и в Android тоже, насколько я знаю. Вот. Она ничем не отличается, система абсолютно та же самая, даже делается на тех же самых заводах. Вот. И поэтому, когда людям говорят о том, что вы доверяете своему айфону, когда он открывает, ну, своему смартфону, когда он открывает, да, скажем так, по скану вашего лица и только вашего, да, конечно, тогда почему вы думаете, что дверь откроется? Мы не стараемся сделать продукт, как из фильма про будущее, да, мы не хотим, чтобы дверь воспринималась только как объект инновационного позиционирования. В любом случае, дверь — это объект интерьера, это дизайн. Людям должно нравиться, как она выглядит, как и внешне, так и внутри. То есть нужно понимать, что у нас у всех разные запросы, и при этом внутренняя панель должна сочетаться в рамках самого жилища, как оно выглядит внутри. Поэтому люди могут быть абсолютно уверены, что дверь может выглядеть как снаружи, под экстерьер дома или там подъезда, да. Точно так же внутри она может быть полностью скрыта и дополнять, ровно попадая даже в рал самих стен или внутреннего, да, то есть убранства самого жилища. После такого содержательного рассказа кажется, что эти двери переваливают за миллионы и миллионы рублей. Расскажи, пожалуйста, о ценовой категории.
На самом деле, зачастую слышны такие, скажем так, аспекты о том, что, ну, наверное, стоит все это очень-очень-очень дорого, и зачастую люди, когда даже хотят дверь просто с биометрической системой доступа по входу по отпечатку пальца, говорят, ну, наверное, там 500, 600, 700 тысяч рублей нам нужно на это закладывать. Совершенно нет. Наши ценовые категории начинаются в среднем от 100 тысяч рублей. То есть, конечно же, есть двери и за 2, и за 3 миллиона рублей, да, но эта дверь совершенно другого формата. Это в основном двери в дом, это двери от 3 метров по высоте, соответственно, там от 2 метров по ширине, с определенного рода опциями и так далее. Но если человек, предположим, там приходит и говорит, мне вот нужна дверь, мне нужна дверь лаконичная, соответственно, да, то есть и очень важен аспект биометрического системы доступа, пожалуйста, биометрические замки у нас начинаются от 14,5 тысяч рублей, то есть это супердоступная опция. Можно выбрать дверь, предположим, за 100-115 тысяч рублей, поставить туда биометрический замок, также за 15 тысяч рублей, пожалуйста, у вас дверь, соответственно, красивого эко-формата, да, соответственно, под натуральный шпон, соответственно, и вместе с этим она обладает функцией входа по отпечатку пальца, по карточке и по коду. Вот, в этом специфика нашего бренда. У нас нет опций, когда мы что-то перекупаем у других заводов. Мы все делаем сами, поэтому можем предложить очень хорошую цену человеку, который, ну, не предложит в любом случае в другом месте. Мы будем рады видеть вас в нашем флагманском шоуруме The Dom на Шелепихинской набережной, дом 34, корпус 2. Также у нас есть сайт, сайт-конструктор, где вы можете собрать любую понравившуюся вам дверь, www.idors.club, и на нашей живой и активной группе ВКонтакте. Также в Санкт-Петербурге у нас не столь давно открылся очень красивый и большой дизайнерский шоурум в District DAA, дизайнерском центре на Красногвардейской площади, дом 3. Наши шоурумы представлены как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, в северной столице, в Краснодаре, и до конца года у нас будут открыты еще 6 точек в 6 разных городах. Я для себя лично узнала очень много нового про инновационные двери, про биометрию и про различные замки. Спасибо большое, Алена, за содержательную беседу. Это было очень интересно. А с вами была Татьяна Горшкова и моя авторская программа. Увидимся на телеканале Fashion TV. Still stars, I guess tonight, it's all night.